Познакомьтесь, Алина Коппер, блогер, интернет-маркетолог и филолог. Алина получила образование в университете Овьедо и Зигинском университете по специальности коммуникационные науки и лингвистика. Изучала испанский язык. Коппер начала профессиональный путь с волонтерства. Она работала учителем английского языка в индейской деревне в Эквадоре. В настоящее время Алина работает в отделе маркетинга и связей с общественностью в Клима Партнер Оберхейн, фирме, которая занимается вопросами энергоэффективности и защиты окружающей среды. Также Коттер ведет блог, где рассказывается об инновациях в банковской сфере и цифровых коммуникациях.